Ну что, погнали. Перезарядимся на всякий случай. Все, Вартигон еще. Будут, ё-моё, дурачки, что ли, зачем так пугать? Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Дима, Серега. Сережка, поздоровайся. Всем приветики, млечки. Вы поставили больше 2000 лайков на карте хоррор. И поэтому мы проходим вторую часть Некрофобия Part 2. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем проходить хоррор. Погнали. Хочу сказать, что карта весит всего 4 мегабайта. Это очень мало. Давайте посмотрим даже, какой она будет длины при таком размере и весе карты. Что-то штуки. А, я думал, это какие-то это загадки. Горячая, холодная. Понял. Заходим сюда. Опа! Слышишь? Да. О, велосипед. О, кого-то убили. Опа, тут челик за угол зашел. Так, подожди, похожая комната, на которой была. О, на улице крылья. Никого. Челик. Он взял меня, не позволь ему забрать тебя. Возьми эту ключ-карту и беги отсюда. Слышишь, там музыка? Да. Бери, пошли. Я взял ключ-карту. Валите отсюда. Походу, кто-то за нами нас преследует. Там кто-то за дверью был, мне показалось, это мое отражение. Опа! Ящики давай завалил. Вперед. Давай сюда. Вон выход. Нет, там выход, Дима. Ключ-карту нужно. Вот, выход. Понял. Давай отсюда. Так, никого нету. Вставляй. А, все открылось. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если этот ролик наберет больше 2000 лайков, мы сразу записываем третью часть Некрофобии. Дима, там какая-то фигня была. Страшная. Да? Да. Попей водички. Нафиг водичку, влей. Подожди, давай сначала посмотрим, что здесь. Слышишь? О, открыто. Да. Опа! Нифига себе! О. Ты бы видел, такая прикольная сценка. Короче, какой-то призрак был возле чили-пиздрика, его откинуло кишки из жопы. Не, его же не вылечить. Один это прогиб, ты погиб. Так, приоткрыто, оно закрыто. О, Дима, тут дробовик и ключ. О, давай. Так, закрыто. Значит, эту дверь какую-то здесь открыть можно. Опа! Пролетел призрак! Да ладно, стрёмная карта. Так, что-то переводится. Так, подожди, уже тут куча комнат прошли. Труп. Патроны. Так, пистолет есть? О, СМГшечка. Не, дробовик возьму, мне кажется, дробовиком поспокойнее будет. Exit. Да. I want budge. Значит, Серега, нам надо в лифт. Опа. Ты прошел мимо. А какой-то звук появился, когда сюда пришел. А мы там были? Были, да. Офигенная атмосферная карта. Так что, ребята, набирайте Некрофобия 2 и попадете на эту карту. Да придурок, что ли? Поломалась, Серега. Не работает. Да, все. Выходим. Да ладно. Давай еще раз пройдем. Вот там, может, на Exit все-таки можно выйти? Давай. Так. Закрыто. Еще раз все внимательно пройдем. Что-то пропустили. Помнишь, я ключ подобрал? Может, да. Ключ, карта нужна. Угу. Надо карту дверь проверять, Дим. Да. Что-то пропустили. А кто тут? Какая-то будка собачья в крови. О, даже туалет смыть можно, да ладно. Так, мы найдем сейчас, ребята. Обязательно найдем. Мы все хорроры проходим. Это один из тех, которые мы точно пройдем. Все, сюда можно вообще уходить. Дима, я нашел, кажется, куда можно идти. Вот рядом с лифтом дверь. Пошли. После вас. Так, а давай сначала вниз, да, наверное, сходим? Да. Слышал тут звук? Ах ты! Дерьмо, блин, я испугался, когда челик на картофанах дверь закрыл. Слышь, не выпускает нас, идем ниже.
Ух ты! Что за кабака? Смотри, чувака распополовинила из-за дверей. Еще до ниже. Я вообще не хочу ниже спускаться. Пистолет взял. Спускаемся прямо в ад, Дима. Слышишь этот звук? Ожил скелетон. А, он меня мочит. Да все нормально. Так, туда нельзя пройти. Хорошо, идем ниже. Я уже боюсь эту карту. Ах ты! Только сказал! Ого, смотри, что здесь. Убил. Так, нам сюда. О, Дима. Так, погнали. А, зомби! Где? Сейчас зарядимся, подожди, зомбак, я к тебе иду. Так, как краб сдох. Красиво ты его наклонил. Нам паркурить. Патроны. Ой. Ты упал? А нам наверх? Да. Осторожно. Ой, мне кажется, я скримак сейчас поймаю. Не-не-не, не должен. А. Тебе повезло. Чекую. Это хорошо, Серега. Это на тот случай, если мы проиграем. Значит, мы проиграем. Так, смотри, сюда можно идти, Серега. Погнали. Ах ты! Да задрали, прикольные скримеры. Реально по ушам аж бьет. Что за ловушки? А, я думал, это как-то ловушка. Фонарики такие прикольные, не видел такие. А это газовые фонари, кажется, чешок. Керосиновые. Зеленоватый какой-то. А Серега сейчас оживет. Ну это я знал, да. Это было очевидно. Это был мощный выстрел. Лежит, он так лежит, конечно, да. Это что он стоит. Так, нам сюда, по любасу. Да. Метки глаз, косые руки. Пошли. Серега, спасибо. Опа. Барнакл. Так, будь сейчас скример, вот уже должен быть, по идее. Во! Ибо! Нифига себе, тут вода выплескивается. Набирается вода. Набирается вода. Да ладно, смотри. Мы сейчас утонем. Чё за бред? Унитазом смыть надо. Да? Или чё? Или стекло сломать? О, я взял что-то. Может, она сейчас спадёт? А надо просто поверху плавать, наверное. И что-то сверху тут найти может? Вентиляция. Дима. Блин, прикольная карта. Дима, тут вентиляция. Я вижу, Серёжечка. Надо вниз спуститься. Всё. Я залез. И я сейчас залезу как-то. О, я залез, да. О, да ладно, зомбочачил. Зомбодятил. Зомбочачило. Так, нам сюда. Закрыто. Так, наверх, где тут, где зомби замочили, сюда. Понял. Лестница. Выбираемся, ребята, наверх. И тут два варианта. Либо дверь, либо вентиляция. Не, нам, значит, вентиляцию. Ребята, обратите внимание, карта весит 4 мегабайта. И сколько уже тут всего? Кажется, что она больше весит. Да. Так, подожди. Стол, не мешай. Мы ключ-карту взяли, Дима. Это мы хорошо. Мы можем свалить отсюда, мне кажется. Подожди, а мы здесь были же в начале, не? Да. А, Дима... А, может, сюда нам еще смотри, подожди? Не-не-не, мы здесь были. Сюда, пошли. Вот, ключ-карту сюда надо использовать. О, пока. И пилы. О, я соскользил и живой. А ты умер? Да, я живой. О, зомбодотл. Эй! Давай, Серега, наказывай их. Ненавижу зомби. Так. А вот эта вода вообще, по идее, дамажит. Так, что у нас тут? Бочка катится. Не катись. Так, давай сначала направо сходим. Какие-то звуки, взрывы, что ли? Эй, ты успокойся, псих. Серега, помогай. У меня моргает.
А я тебя взял, Дима. А, дверь закрылась, ты в комнату зашел? Да-да-да, тут, короче, какие-то скрипты сработали. Она сама закрылась, ну-ка, давай к двери. Да-да-да, а я уже здесь. Сейчас, подожди, сейчас проверим. Вот сюда еще, да? Я тебя вижу, Серега. Ох ты, блин! Да ё-моё, зачем вы так пугаете? Жесткий разраб, вообще жесткий. О, Серега, иди, тут в туалет можно сходить. Опять дверь закрылась. Да ё-моё. Зомби. Так, Серега, я помогаю тебе. Так, подожди, если я тут зашел, и тут я стоял, значит, что-то должно произойти? Или этот череп должен ожить, не? Может быть. Не-не-не, все нормально. Столы ломаем. Так, что нам дальше делать? Обратно идти, там же было что-то. Подожди, сейчас еще раз тут проверю, все точно, что было наверняка. Да. Что это там получается? Открыть нельзя. Ребята, если звук такой у Сереги, это Дискорд лагает. Поэтому в данный момент будем так. Вы тут были? Нет. Вот, ты видишь двойная вот эта вот. Вдалеке. Так, аптечку взял. Сейчас, Сережечка, все проверяем. Опа. Скримачок, да, где-то был? Не знаю, но такие звуки прикольные. Отлично. Опа! Гаргалья. Пердовозка. Барнакова обосракал. Так, все? О, я знал, что там сидишь. Сейчас я тебя замочу, подожди. Четкий выстрел в голову. Так, а жизнь житушечки, отлично. Серега, ты где? Довольно-таки большой хоррор, да? Как? Да. На 4 мегапарка. Нифига себе, тут еще куча всего. О, зомби. Привет. Так, Дима, мы ключ-карту подобрали по-любому. Я иду четко, все, я нашел здесь, куда идти. А, тогда давай я к тебе активируюсь. Слышишь? А, давай, ТП коси. Ломаем ящики все. Уже что-то здесь запрятано. Поник. Так, сюда? А, сюда нельзя. Да, может. Уже нельзя. Ага, я понял, я ящик, да, поломал. А, можно вот так вот, чпоник. Чпоник. О, привет. Да ё-моё, тут хэдкрабы на голову падают. Шустрый хэдкраб. Так, значит, нам надо сюда, да? Или нет? Хорошо, возвращаемся. Значит, я что-то там взял. Не обратил внимания просто. Что-то взял. Надо дверь, мне кажется, найти, Дима. Сейчас найдем. Так, давайте сюда. Тут я был. Так, Серега, ты где? Я здесь. Опа. А тут вентиляция же, или ты был уже там? Я был. А может быть, она ломается? А, попробуй, что-то. Я стрелял в нее, нифига не получилось. Нет, значит, выход где-то еще. Может, в одну из этих дырок залезть? Я пробовал, не залазится. Попробуй ты. Но не получается. Так. Ага, нельзя. Сейчас мы найдем. О, нашел, Серега. Надо было ящики ломать. А, ну вот, вентиляция. Шахта. О, поэтому я говорю, что всегда в хоррорах надо все ломать. Психушка, да? Да, опа, мы оказались в психушке с тобой. Мы Ну что, выходим? Выходим. Серега, ты где? Я вижу, ты застрял. Опа! Что, закрыто. Да все закрыто. Сюда сбегаем. Подожди, да, сюда. О, жизни не надо. Ломаем ящики обязательно. Не надо. О, это кабака лежит. О, как я и сказал, все надо ломать.
Да иди, у меня тут стреловоз такой, именно арбалетчик мощный. Ну чё? Да, потому что там проход был. Там кто-то был, да? Мне показалось, там кто-то был. Так, нифига. А дверь? О! Чё там, Дим? Комната психушки. Ещё одна? Пациента нету там? Не. Это плохо. Так, закрыто. Так, здесь был. Сейчас, ребятушки, все по порядку. Это если что, Дима, вернулся обратно. Не-не, я здесь не был. На всякий случай его пристрелим сразу. Двери-то не закрываются в этой игре. Там, где я был, дверь открыта. О! Я взял ключ, Сережечка. Кейпейкин. А от какой комнаты? А сейчас найдем. Я еще один ключ нашел. Отлично, Серега. Вот так мы и пройдем всю игру сейчас. Весь Гаррисмод пройдем. О! Дима, может, в секьюрити надо? Вау! Там кто-то был. Не знаю, сейчас, Серега, проверимся. Не работает, закрыто. Не от этого ключа. Угу. Значит, от чего-то другого. Так, тут мы были, это мы пришли. Здесь. Тут мы пролезли. А тут ключ же, вот, лежит, ты шо? А, я проверял, видишь, тоже заметил? Да такие ключи каменные, как кусок кирпича лежит. Мне непривычно еще к таким ключам привыкать. Ну-ка, три ключа. А чего могут быть эти три ключа? Так, я просто по кругу оббежал. Не знаю, Серега. Давай проверять. Все, проверяем. Вот, может... А, вот, security тут, наверное. А, нет. Так. Обсерватория. О! Тут какая-то комната пыток. Так, все закрыто. Ну тут все в кишках, в крови. Кишки нету. Так, ну сейчас будет скример, вот я уже уверен даже. Уже пора. Так, подожди, ну везде уже были, все же, да? Все. Точно везде, может. Ну не знаю, но сейчас что-то пропустили, сейчас найдем обязательно. Может, ключ там еще один? Вот три ключа мы нашли. Три ключа, может быть еще один, четвертый где-то. Может, надо, может, нам надо вернуться, откуда мы пришли? О! О, здесь... О, челик сидит! Дима, ворота открыты. Я в комнате закрылся. Выходим. Открыто. Так, где ты, Серега? Вижу, бегу, а у тебя что за комната? Иди сюда. Бегу. Опа, нам, походу, мы тут, Дима. Так, Серега. Почему пройти не можем? Дима, ломается. Ломается? Да. Да, просто долго, да? Да. Понял. Серега, я бы не догадался, надо долго стрелять. Ну что, погнали. Перезарядимся на всякий случай. Все, в Артигон сейчас будут, ё-моё, дурачки, что ли, зачем так пугать? Так уже можно подавиться, блин. О, мы на улице. Выбрались? Да. А теперь что? Некро... О! Офигеть, вы прошли. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще.